Ну что ж, начнем веселье. Ладно, на самом деле, надеюсь, что будет все действительно интересно, что не будет никаких лагов, тормозов, фризов и всего прочего. По крайней мере, на Игромире мне удалось в нее поиграть, и поиграл я очень классно как раз за монстра, правда, за второго монстра, которого здесь пока что почему-то нет, возможно, он добавится с прокачкой, то есть вы прокачиваетесь, получаете нового монстра, там еще дальше, может еще нового, там будет, ну, минимум два монстра на выбор, потому что как бы уже заявлено две штуки, один летающий, второй вот такой голиаф огромнейший. Вот, единственное, что за голиафа играя, ну то есть я еще ни разу не пробовал играть за охотников, но играя за голиафа, я вам скажу, что это очень весело. Знаете, такая туша мяса бегает просто, и реально ты ощущаешь, что это огромное такое существо, потому что, ну, блин, люди там, их полоска здоровья больше, чем они сами. Сейчас увидите, собственно, что я рассказывать. Давайте мы убегаем. Ой, спалились, это плохо, но... Собственно, давайте первую жертву поедим свою. Скалы, скалы, скалы. Ищем новых жертв. Зря я, на самом деле, вот этот снегрикан рвался. В принципе, я могу, конечно, его одолеть, но... Это такая рисковая часть, потому что ты можешь его не убить. Ребята там тоже с ним воюют. Аккуратно, насколько это возможно. Поясню, в принципе, почему. Потому что мне сейчас главная задача не попадаться, скажем так, охотникам. Потому что они меня сейчас очень легко убьют. Попадись я на глаза, я рискую огрести. Карту я как бы знаю, я уже тут немножко обосновался, знаю, где здесь можно кого бежать. Как довольно быстро сникаться от тех или иных людей. Так, мне сейчас нужно эволюционировать, это в срочном порядке делается. Сейчас нужно как-то забежать подальше. Быстренько вот так вот раз прокачаемся, ждать 5 секунд, 4, 3, 2, 1, все такое. Пытаемся. Мне нужно как можно быстрее найти пищу. В принципе, это может быть парниша, мне как раз для этого годится. Правда, меня сильно попросил, ничего страшного. Вот нету. Питаясь, мы устанавливаем, кстати, броню свою.
этом плане все хорошо. Также мы ищем. Так, давай, стой, тварь. Ладно, так сделаем. Вот она умерла. Ладно, люди. Опять. Ах, вы же засранцы. Ну что ж, вы хотели со мной встретиться? Я не такой слабый, как он казался сначала. Всегда старайтесь врубать по одному, так проще сходить. Давай, спасай его. Вот, здесь, конечно, в этот раз получается более сложно, потому что ребята здесь более веселые. Хотя и с ними в целом у меня что-то бы получилось. Точно нужно попытаться, пока ребята меня не догнали, и достичь третьего уровня, в котором я уже смогу спокойно, в принципе, от них более или менее отбиваться. Вот, тем более, что на третьем уровне я смогу сделать еще одну вещь, это разбить чертям их генератор. А эта штука важная. Так. Ребята опять же пытаются сейчас до меня добраться всеми известными им способами. Я вижу, что один из них скоро высадится. Столь мелкими существами питаться, к сожалению, не получится, но вот ты у меня как раз зайдешь. Как раз станешь последней частью. Мутируем и берем вот эту штучку. Она очень полезна. Теперь я могу ломать генератор. Но перед тем, как мне это делать, ребята, к сожалению, не знают о том, что вас можно есть, их можно есть. Вот, щит они мне сняли, но, кстати, есть вероятность, что они меня походу убьют. Тебе медик.
вопросы, какой ребят. Да, вы меня, ребята, разозлили, это точно. Вот так вот, монстр вин. Монстр вин. Монстр сделал свое дело, монстр может уходить. Мне видео нравится. В любом случае, надеюсь, вам тоже. Вот такая вот веселенькая игрушка. На самом деле, мне очень позитивно здесь играть. Особенно за монстра. Это приносит кучу радости. Я, к сожалению, не успел... А нет, я успел эволюционировать до третьей стадии. На ней бить меня очень-очень сложно. Ну, не меня, а вообще монстра любого. То есть у него там куча брони, если он отожрется еще и прочее. Так что... Вот такая вот фигня. Ладно, всем спасибо, всем удачи. Надеюсь, вам понравился мини-ролик такой.